Город Караганда, Сахалин. Сахалин летом, то есть осенью уже. И осень наступила. Сахалин я снимал еще летом. Ну вот хочу пройтись по вот этой улице. Даже не знаю, что, как она называется. Ну вот это, наверное, Тельмана. Здесь на Сахалине улица коммунистическая, она так во все стороны, как гроздья. Но причем сама коммунистическая, она вот в той стороне, за востоками. 3, 2, Тельмана 5. Так, это Тельмана. Есть слева. Эрнст Тельман, его честь, скорее всего, эта улица названа Тельмана 8/1. Вот дом такой. Это революционер. Со сложной судьбой. Руководитель, по-моему, основатель и руководитель коммунистической партии Германии. Вот. Гитлеровцы его убили. Ну, естественно, после этого он стал символом антифашистской борьбы и там прочее. Эта улица, она названа в честь его. Сахалин осенью. Лимона 23. А здесь 16. Так странно перескочили. У меня такое впечатление, что эта улица тоже как гроздьями. Следующая — это конкретно Литвина. Она тоже какая-то как Т-образно тоже идет. Тельмана 16В. Урожай везде, осень, пора урожаев. Здесь такой добротный забор с профлиста. Ну и здесь тоже улица Тельмана 27/2. Здесь, видать, забор только-только делают. Мне только сделали. Чуть... Так,
конца не достроили. Так, вот на этом перекрестке я бывал, да, то есть проходил его вот так. Когда Сахалин насквозь проходил. Кельмана 20. А, да, вон. Магазин «Сахалинец» виден. Лужа. Вернее, несколько больших луж. Имейте совесть, соблюдайте чистоту. А, наверное, нет связи. В туалет не выходит. Ой, везде собаки, 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 собаки. Вот улица Тельмана. Здесь можно пройти, наверное. А, нет, здесь тупик. Здесь нельзя пройти. Тупик. Пройти нельзя. Поэтому правильно я пошел. Ну, вот здесь есть выход к роднику. Там родник. На родник я уже ходил. Туда я ходил уже. Да, Тельмана 24. Ну, я дойду до... Да, вот они такой выступ сделали, и там получился... Я там не смог пройти. Ну, вот. Тут дорога такая насыпная. Асфальта нет. Запах газа стоит. Вот камыш чуть ли не в два человеческих роста. А там уже восток. Внутри. За трубами будет. Сейчас я пройду. Это Сахалин. Вот там впереди проезд под трубами теплотрассы. Туда и пройду. За трубами Восток 3. Вот. Улица Тельмана, а там должно быть уже Литвина. На этом